Дякую, що з нами залишаєтеся. Програма «Громадська приймальня» на телеканалі «Київ» продовжується. Маємо з вами четвер, 12 березня. Важливі теми сьогодні піднімаємо. Одразу хочу перепросити всіх глядачів в першому році. Дійсно, блоці він вийшов емоційний, але я дійсно вам пообіцяла, і ми це зробимо. Ми запросимо і представника центру зайнятості. Ми також запросимо голову роботодавців міста Києва. Ми поговоримо про те, як діяти, якщо біржа праці відмовляє і взяті на облік, і взагалі відмовляє надані тієї чи іншої для вашого розгляду роботи. Також поговоримо про те, як бути мобілізованим. Зокрема, навіть, от бачите, гарне було запитання, дякую за нього, від роботодавця. Так, ми ці теми піднімемо, ви спостерігаєте за нашими ефірами, я обов'язково буду анонсувати. У цьому ж блоці ми піднімаємо, як завжди традиційно у другому блоці, в порадах лікаря ми піднімаємо захворювання. Сьогодні ми говоримо про офтальмологію, а нині вся медицина, зокрема і офтальмологія, відходить від інвазивних методів лікування. Так, хірурги проводять ендоскопічні операції без великого розтину шкіри, роблячи лише маленькі проколи. Сьогодні ця тенденція характеризує всю світову медицину. І офтальмологія тут, як завжди, на передових рубежах. Які передові технології застосовують у лікуванні глаукоми і вікової макулодистрофії? Про це все за мить. Святослав Сук, керівник науково-практичного центру лазерних методів лікування ока, центру мікрохірургії ока. 223-09-71, прямий ефір. Дивіться, ми піднімаємо, ну, глаукому, я думаю, що взагалі ви будете телефонувати, вікома макулодистрофія. Також, якщо будуть запитання по катаракті, я вас дуже прошу, ну, єдине, не телефонуйте, не говоріть, в мене почервоніли очі, що це таке? Ну, дуже важко, ну, правда, не? Ну, от як можна сказати, ну, почервоніли у вас очі, ну, лягте, можливо, треба трошки більше поспати. Я жартую, але просто, щоб було порозуміння. Все про очі, очні захворювання. Короткозорість, далекозорість, будь ласка, ми про глаукому починаємо говорити, бо це грізне захворювання, а ви, будь ласка, долучайтеся. 223-09-71, раді будемо вас чути. Святослава, вас рада бачити, добрий день. Добрий день. Добрий день. Ну, чому так поєднала? Я, якщо не помиляюсь, ми коли з вами зустрічалися, то глаукома, так само, як вікова макулодистрофія, це є так вже, ну, можна так говорити, але... Старечі такі захворювання очей, правда? Вікові зміни, які відбуваються, вони десь поруч, глаукома, вікова макулодистрофія, але різні захворювання, правильно? Да, заболівання різні. Есть два момента, которые их роднят. Первое – это то, что вы сказали, о том, что это заболевание все-таки наиболее значимое уже для пациентов, которым за 40, за 50 лет, за 50 лет прежде всего. И второе, что это два очень грозных и тяжелых заболевания, которые являются одним из основных причин утраты зрения. И то, и у взрослого так, населения. Так, и одно, ну, заболевание, другими словами, и одно, и другая проблема приводит к инвалидизации пацієнтів по зрению, к сожалению. Давайте про глаукому тоді розпочинаємо. Дуже хочеться нагадати, що це захворювання. І насправді, якщо, ну, проходити певну діагностику, то сліпоти можна уникнути, так? Совершенно правильно. Ну, прежде всего, надо сказать о том, что сейчас проходят дни глаукомы во всем мире, поэтому это то время, когда специалисты, общественные деятели напоминают общественности о таком грозном заболевании, как глаукома. Конечно, основной постулат в медицине – есть диагноз, нет проблем. И чем диагноз более ранее поставлен, тем больше возможностей адекватно реагировать на, и коррегировать течение болезни на самом начальном ее периоде. Потому что болезнь, по сути дела, это форма жизни. Она течет по своим законам, имеет раннее начало, свое детство, имеет... середину развития, взрослый возраст имеет естественный конец заболевания. Поэтому кульминация, задача, напомню, кульминация, да? Конечно. И вывочи, десь за, ну, как бы, и естественно, да, и конец, естественно, развития заболевания. Поэтому, чем раньше мы прервем трагическое течение таких событий, тем лучше. А чем раньше мы поставим диагноз, тем больше у нас возможностей коррегировать это состояние и сохранить наиболее высокую функцию зрительного человека, с которым он обратился на момент контакта с доктором. Глаукома. Ну, зрозуміло, що коли щось у нас відбувається з очима, ми, якщо вже щось неприємне, серйозно, то до лікаря йдемо. Але як може людина, може сама зрозуміти, що це глаукома? Якісь є якісь симптоматики? Можливо, тест можна навіть якийсь провести в домашніх умовах для себе самої, для себе самого. І зрозуміти, що, ну, тут вже не треба чекати жодної секунди. Глаукома – одне з самих коварних заболівань. В своє время його називали болезнь аристократів або ласковою убійцею. Чому? Тому що тогда, когда пациент, когда человек уже предъявляет жалобы, объективные жалобы, его беспокоят те чувства, которые возникают вследствие глаукомы, тогда очень часто бывает, что мы либо
не можем помочь пациенту, либо наши усилия носят весьма ограниченный характер. То есть, другими словами, глаукома в самом своем начале практически себя не проявляет. Глаукома, если так можно выразиться, цветет буйным цветом в глазу человека, тобто, а человек практически не чувствует. Либо эти жалобы носят совершенно невыраженный, либо слабо выраженный характер. А когда человек уже... проблема, в этом самая большая проблема. И когда человек замечает объективно снижение зрения, которое мешает ему жить и работать, или приводит к каким-то проблемам, тогда это означает зачастую, что глаукома носит уже достаточно далеко зашедший характер. И здесь, к сожалению, действует правило, что упало, то пропало. Потому что глаукома – это нейротрофическое заболевание, которое связано не сколько с повышением внутриглазного давления, как обычно принято считать у людей, как в основном с поражением зрительного нерва. Когда запускается процесс поражения зрительного нерва, это носит хронический и беспрерывный характер. И все наши усилия направлены на замедление погибания зрительного нерва. И как мы прекрасно понимаем, чем больше сохранено, тем больше на момент контакта с доктором и постановки диагноза, тем больше в дальнейшем мы можем сохранить с течением жизни человека. Так, дуже хочеться, щоб ви долучилися. Давайте, будь ласка, 223-09-71. Це про наші оченята. Готові будемо вас слухати. Тоді нагадайте діагностику. Як діагностується на сьогоднішній день глаукома? Ви знаєте, основно в своє время... В советские времена одно из, как мы считаем в нашем врачебном сообществе, одно из серьезных и наиболее хороших достижений советской медицины, это были регулярные смотры, то есть система диспансеризации. Ну, я не нам дитинство с батьками постоянно проверяли, да? Ну, постоянно. Флюорография там взагалі мовчу, там даже это четко было, четкие периоды. Так само с очима, я помню, точно так же постоянно. После 40 лет каждый человек знал и сейчас должен знать, что он должен проверяться у офтальмологов. Это объективные, обыкновенные способы обследования, которые доступны в каждой поликлинике любому жителю любого города, любого населенного пункта. Это измерение остроты зрения, измерение поля зрения и измерение внутриглазного давления. Это те базовые показатели функции глаза, которые позволяют даже на ранних этапах, когда у человека нет жалоб, когда у него высокое зрение, когда его ничего как бы не беспокоит с его точки зрения, однако на этих этапах можно заподозрить начало многих грозных заболеваний, в том числе глаукома. И уже на этом этапе надо лечить. Конечно. Я дозвоню, еще в прямом эфире говорить. Здравствуйте. Говорите. Скажите, пожалуйста, относится ли такой симптом, как появление мушки в одном глазу вот, лет 5 назад, а сейчас уже и во втором? К какому это заболеванию или, может, это уже начало глаукомы? Я же не знаю. Спасибо. Как бы там ни было, все, что появилось вновь, чего не было ранее, это является причиной обращения к офтальмологу. Эти мушки, о которых вы говорите, они могут быть и опасны, и не опасны. И так как невозможно ответить вам на этот вопрос, конечно, надо обратиться к офтальмологу для того, чтобы пояснить, выявить природу появления этих мушек. Я подчеркну, это может быть первым признаком опасных изменений на сетчатке, которые могут приводить к таким серьезным изменениям, например, как отслойка сетчатки, как одна из основных причин утраты зрения. А может быть совершенно не опасным симптомом. Вы даже знаете все об своих глазах. Да, тільки хотів сказати, що насправді мушки так само можуть бути взагалі не про що не свідчать. Абсолютно, так. Да. Неправильно, може, ну, буває різне, коли особливо нагнувся, могут після того, як... Може бути сосудистая симптоматика, да, зв'язана, може бути просто деструкція так... стекловидним тілі, і ці состояния не представляють угрози для зрения як такового. Для глаукоми перші симптоми – это періодичне затуманювання зрения, появление радужных кругов, чувство дискомфорта зрительного, появление, ухудшение привычного зрения в темноте. Вот эти те признаки, которые, как правило, характерны для глаукомы. Но, как вы понимаете, что они носят достаточно легкий характер, и человек может просто либо не заметить, либо отмахнуться от этих ощущений. Чего делать, конечно, не стоит. Вы нас почули, мы далі чекаємо ваші дзвінки. Прошу, 223-09-71. Готові будемо вас слухати. 223-09-71. Так, глаукома ж теж різна може бути. Конечно. Відкрита кутава, закрита кутава. Це має якийсь вплив на процес лікування потім? Ну, зрозуміло, впливає, так? Обязательно. Конечно, в 95% случаев глаукома открытоугольна. Відкрита, да, відкрита кутова, открытоугольна глаукома, та, которая связана чаще всего с возрастом, или возрастная глаукома. Но бывают и закрытоугольные глаукомы, а бывают такие разновидности глаукомы, которые мы называем осложненные глаукомы. То есть есть ряд проблем в глазах. Например, травмы. Воспалительное заболевание, эндокринное диабетическое поражение глаза, которое приводит к возникновению так называемой
Вторичная новоскулярная глаукома – это особая разновидность глаукома, наиболее агрессивная, скорее всего, среди всех видов глаукомы. И все из этих видов глауком лечатся по-разному. Но всех их объединяет одно. Если не лечить, они приводят к утрате зрения, и все они лечатся по-разному. И чем раньше, тем лучше. Я дозвонюсь, в прямом эфире говорить. Алло, добрый день. Добрый день. У меня сетчатка побита где-то в пределах 40%, и начинается глаукома. Но у меня глаукома и сетчатка побита от высокого давления. То есть я зрение терял 100%. У меня перед инсультом это все было. Угу. Что мне делать? Ответ очень прост. Вам необходимо обратиться к офтальмологу. В частности, есть возможность обратиться в высокоспециализированную клинику, которая представляет центр микрохирургии глаза, в консультативную поликлинику, которая находится по адресу Метростроевская, 12. Кстати говоря, в этой поликлинике можно не только получить качественную первичную консультацию и понять дальнейшую тактику ведения своих проблем, но там и есть отдельно взятый глаукомный кабинет, где самым профессиональным уровнем с привлечением профильных специалистов высокого оборудования ставится диагноз, определяется тактика ведения. Метростроевская, 12. Это консультативная поликлиника нашей клиники. Это Соломенский район, в районе моста Лепсе, по ходу скоростного трамвая, станока трамвая Ивана Лепсе. Собственно говоря, сам стационар тоже рядом находится. Их разделяет трамвайный путь скоростного трамвая. Метростроевская, 12. Это то, с чего начинается Родина. Это прямое обращение. Мы принимаем и по самообращению. Пожалуйста, обращайтесь в регистратуру. Там немедленно вы будете проконсультированы. Ви почули на цю адресу, я думаю, що все запитали. Далі будуть дзвінки, готові будемо вас слухати, прошу. Так, глаукома, хірургічне втручання, правильно? Можеш використовуватися, але яке, як це відбувається? Взагалі, як на сьогодні сучасна медицина може допомогти таким пацієнтам, щоб не втратити, скажімо, бо я розумію, що хтось втрачає 50% зору, хтось більше, хтось менше, але щоб зупинити процес, і, ну, якось не хочеться, знаєте, тягнути, щоб люди не тягнули там до великої кількості відсотків втраченого зору. Як їм може сучасна медицина допомогти? Надо сказати, що дослідження сучасної медицини весьма существенні в плані глаукоми. Во-первых, большинство знает о том, что существуют медикаментозные методы, которые позволили значительным образом снизить количество операционных вмешательств. В свое время операционные вмешательства были достаточно часто, но вся медицина постепенно уходит в сторону неинвазивности, то есть снижение количества и агрессивности оперативных вмешательств. Глаукома не исключение в этом случае. Глаукома в большинстве случаев, особенно открытоугольная, связана с повышением внутриглазного давления. Внутриглазное давление запускает эти дегенеративные процессы в зрительном нерве. Поэтому в свое время хирургия была основным методом лечения, пока не появилось большое количество разнообразных капель, которые мы обладаем, и они доступны весьма, которые снижают внутриглазное давление. Здесь подход следующий. Если не удается стабилизировать процесс с помощью капель, тогда по степени нарастания инвазивности лечения... Так, тільки, шановні, лечения... це не означає, що треба зараз піти в аптеку, вибачте, і купити собі крапельки для лікування глаукоми. Не робіть цього. Треба до лікаря спочатку. Не займайтеся дуже просто. Обязательно. Только после консультации, конечно. У нас бувають такі. Потім телефонують, кажуть, пішла в аптеку, купила препарат, мені провізор порадила, я його купила і тепер його використовувала, а він щось трошки не допомагає. Ну да, это риторические вещи. Вот, конечно, любое лечение после консультации со специалистом. Одна справа, якщо не допомагає, так ще зашкодити може. Це в цьому біда. Да. А це ж очі. Ну... Совершенно верно. Дальше, по мере нарастания инвазивности лечения, если капли не помогают, используются очень активно и успешно лазерные методы лечения. Они носят разнообразный характер. Это современное малоинвазивное вмешательство. И если неэффективно предыдущие два направления, ну тогда уже как последний этап, последний крик о помощи, мы используем хирургическое лечение. Которое, надо сказать, в случае возрастной открытоугольной глаукомы очень часто носит комбинированный характер. Глаукома приводит не только к нарушению питания зрительного нерва, но и других структур глаза. Очень часто возникает параллельно катаракты, и очень часто таких операций делается комбинированным образом, для того, чтобы потом не делать две последовательные операции. Все-таки операция – это травма, конечно. Вот поэтому делаются комбинированные операции, зачастую это катаракты при и глаукома. Катаракте замена кришталика відбувається, да? Да, суть тут катаракты. Же, да. А тут інші? Здесь, да. Здесь, да, специфическое вмешательство. Все одночасно да, робиться? Да, это делается, да. Это комбинированная одновременная операция, для того, чтобы потом не делать. Очень часто для того, чтобы исключить ситуацию, когда оперируется глаукома, а через несколько лет или через полгода надо оперировать катаракт, то все-таки две последние травмы – это нехорошо для глаза. Чем меньше травм для любого органа, и глаз не исключение, тем лучше, конечно.
У нас ще є час. Додзвонювач, ви говоріть, ви в ефірі. Алло. Говоріть так. Здравствуйте. Добрий день. Будьте добрі, ответьте на такий вопрос. Вот у меня при обследовании обнаружили расслоение сетчатки и назначили лазерную коагуляцию. Ну, эти молнии так и остались после, немножко меньше. Насколько это эффективно? Ну, ви зробили цю, ви пройшли це все, зробили? Так, да, я зробила лазерну коагуляцію в Ексімер, в клініці Ексімер. Так, да, без назви тільки, це не реклама. Так, зрозуміла. Ну, так, я поняла. От, і от я хочу знати, ілі це ефективно, ілі це... А що вам заважає, ви кажете, мерехтіння таке залишилося? Все время молнии в глазах, уже 2 года. Та ви що? Ну, дякуємо вам. Кладіть слухавочку, що це може? Не видя ваш глаз, я можу сказати по суті вопроса. Якщо дійсно коректний діагноз, а не приходиться в этом сомневаться, о розслоєнні сетчатки, то лазерное лечение, лазерная коагуляция, о которой вы говорите, это единственный способ остановить этот процесс и не допустить развития отслойки сетчатки, продвижения расслоения к центру и избежать непростое хирургическое вмешательство. Ви все зробили правильно. Відчарування сітківки чому відбувається? Ну, бачите, це вже друге запитання. Ну, є велике кількість причин, які приводять либо к отслоєнню, либо к расслоєнню сетчатки. Это и в категории дегенеративных заболеваний сетчатки, это тема большого отдельного разговора. Но то лечение, которое вам предложено, исходя из диагноза, который вы сказали, является абсолютно правильным, даже, я бы сказал, единственно возможным для профилактики утраты зрения и последующих хирургических... молнии, которые остаются, кстати, молния является симптомом возникновения этих проблем, вероятно, это и послужило вашей причиной обращения к доктору. Они длительное время могут оставаться, но молнии не проблема. Проблема – это утрата зрения. Поэтому с этим, я думаю, можно смириться. А со временем, как правило, не проходят эти молнии. Так. Пікова макулодистрофія, поки нас немає додзвонювача. А що відбувається при віковій макулодистрофії з оком? Так, з глаукомою, зрозуміло, але це треба ще таки ботилітом. Это вторая, одна из наиболее актуальных проблем человечества. По определению Всемирной организации здравоохранения, эта проблема называется одной из неинфекционных эпидемий человечества. Насколько много. И наиболее подвержена этому страданию как раз европоидная популяция и в экономически развитых странах. Суть заболевания в том, что поражается центральная область сетчатки, именно то место, желтое пятно, которое отвечает за центральное зрение, то есть способность читать, писать и отделять в поле зрения одну точку от другую. То есть центральное зрение, важнейшая наша функция. Ну, прежде всего, она связана в обиходе, в обычной жизни с функцией чтения. И именно проблемы с чтением, возникшие проблемы с чтением, являются основной причиной, которая заставляет пациента обратиться к доктору, которая его беспокоит. Заболевание коварное, так как поражает тоже нервную структуру глаза важнейшую. И если не прервать на определенном этапе с минимальными потерями эту проблему, она приводит к полной утрате центрального зрения. А тут их диагностика відбувається? Диагностика відбувається после консультации с доктором. Назначаются специфические методы обследования, ангиографические исследования, томографическое исследование сетчатки, которое позволяет выявить уровень и масштаб происходящего и соответствующими лечебными рекомендациями. К счастью, здесь тоже за последние 10 лет серьезные успехи в медицине мы наблюдаем. И есть медикаментозные методы лечения, так называемая интравитреальная терапия, которая позволяет достаточно эффективно бороться с этой проблемой. Опять же, подчеркну, на тех этапах, когда еще не все потеряно, не все поздно. Готові будемо вас слухати. Хочеться, щоб ще маємо час. Будь ласка, запитання, можливо, не обов'язково про глаукому і вікову макулодистрофію, ще є катаракта. Ну, вам даємо можливість, ми просто торкаємося цих аспектів, а ви, будь ласка, до нас долучайтеся. Так, вікова макулодистрофія після 55 років десь, так? Да. Близько. В більшості випадків, да. Близько, да. Але це, скажімо так, знаєте, це як про катаракту. Колись хтось з відомих офтальмологів сказав, що насправді це не є таким захворюванням, бо ну, серйозним. Бо насправді кожен з нас рано чи пізно стикнеться з ним. Очі теж, вибачте, старі, як би це не звучало. А вікова макулодистрофія теж торкається багатьох все-таки людей, які досягнули там 55-річного, 60-річного віку. Можна уникнути цього захворювання?
Это заболевание многофакторное. И возможно снизить риск заболевания. Многофакторное, раз многофакторное, но более 20-30 факторов риска уже обнаружены. Есть те, которые мы не в состоянии изменить, а есть те, которые мы можем изменять. Например, генетическую склонность мы не можем изменить, у нас есть наш генетический набор. Но такие вещи, как неправильный образ жизни, курение, неадекватное питание, вредности пребывания в какой-то неблагоприятной окружающей среде. То есть любые экзогенные вредности, с которыми мы сталкиваемся, человек в состоянии все-таки коррегировать свои жизни, свой образ жизни. Пребывание на свежем воздухе, достаточная двигательная активность. Это все те вещи, на которые человек может вплывать. Сердечно-сосудистые заболевания – это тоже, собственно говоря, те процессы, которые человек должен контролировать, начиная с 40 лет. Вот эти те есть вещи, которые человек может коррегировать, вплывать самостоятельно в своей повседневной жизни, тем самым снижать риск возникновения этого заболевания, либо отсрачивать его, оттягивать его дебют. Едет звоню, еще в прямом эфире говорить. Алло. Доброго дня вам. Добрый день, добрый говорить. У меня запитання таке. Меня вложили в лікарню, значит, на 10 дней. Робили під праве око 6 уколів, капали каплі і все, але ніякого варіанту покращення нічого не сталося. Яка у вас проблема? Проблема яка? Ви ж не сказали. Праве око не бачить. Так. У мене в очі золотистий патогенний стафілокок. Розумієте? Алло. Да-да, ми чуємо. Праве око не бачить, ви сказали? Так, да, золотистий патогенний стафілокок. Я був Новий Зір, на вході в поліклініку. Мені сказали, що якщо ви не вберете в очах інфекцію, вам ніхто хрусталіка не поставить. От. Це раз. Друге, що ж виходить? Є такі каплі, як Азарга, 100 з лишнім гривень стоять, а коли анотацію читаєш, то там вони навіть серце зупиняють і роблять аритмію. Там цілий метр анотації для цих капель. То що ж тоді, як серце зупиниться, на що ті очі потрібні? Для чого вони потрібні? Я вам скажу, що відкрито скажу, якщо мене чує Україна, що все брехня, все брехня. Це брехня. Ми почули, це треба тричі повторити. Кладіть слухавку, ми зрозуміли вас. Прошу, ми давайте по медичним показникам, те, що було значно, вам дали змогу висловитися. Будь ласка, за стафілокок, я так розумію. Ну, щоб раціонального сказати, сказаного о тому, що було озвучено прямим або косвенним образом целый ряд заболеваний, которые каждый по себе может приводить к утрате зрения. А что конкретно, из вопроса, конечно, нельзя сказать. И, пожалуйста, все-таки не теряйте надежду. Чекаю людина на замену кришталика. Вот прозвучал один из моментов о том, что вероятно катаракта у него. Да, действительно, действительно катаракта оперируется, когда просанированный конъюнктивальная полость, когда нет воспалительных процессов со стороны органа зрения, когда санирована ротовая порожнина, вот, когда нет проблем с УЛОР специалиста. Это объективные вещи, которые всегда перед тем, как пациент планируется на хирургическое лечение катаракты, он об этом ознакомляется. Он проходит список анализов, посев конъюнктивы, консультации специалистов. И когда противопоказаний нет, тогда делается операция на предмет удаления. Тобто, вы нащуете, вам ну, треба прибрати, я так розумію, золотистий стафілокок обов'язково. Ну, звісно, да. Да, інфекція, активна інфекція, протипоказання к любому хірургічному вмішательству. Но сказати, що конкретно, исходя з вопроса, не представляється можливим. Ну, да, я не зрозуміла. 10 днів лежав в лікарні, кололи щось, не кололи, і нічого не допомогло. Не теряйте надежду, обращайтесь к докторам, тим, которым вы доверяете. Ну, вже ж звернувся. Бачите, поки немає рішення, я так розумію. Да. Так, є додзвонювач у прямому ефірі, говоріть, будь ласка. Добрий день. Говоріть. Значить, у мене такий вопрос. Мені 53 роки, у мене дуже висока степень близорукості, велика різниця, мінус 11, мінус 22. Вот.
А, значит, у дочери у моей, ей 33, у нее 2,5, тоже уже близорукость. И теперь у меня растет внучка. У нее, значит, ей сейчас 7 лет. Полгода назад у нее была 1, сейчас уже 0,9. Вот ответьте мне, пожалуйста, а причем у отцов по всем линиям зрение 1 была. Вот, значит, можно ли как-то остановить эту близорукость у ребенка, не чтобы она не развивалась? Спасибо большое. Хороший запитань. Дякуємо вам, молодець, дякую. Да, близорукость – это то понятие, которое на слуху у всех. Близорукость, конечно, надо наблюдать. Бывает близорукость, которая с раннего детства возникает. Обычно близорукость дебютирует, если ей суждено быть. Это, опять же, генетические моменты. Обычно в пубертатном возрасте, в период полового созревания, как правило, она дебютирует. Детки, как правило, предъявляют жалобы на то, что они видели, то, что они видели с третьей-четвертой парты, они уже не видят и просят пересадить их на более близкую парту. Вот. Но есть определенные признаки и склонности, по которым мы даже в раннем детстве можем сказать о том, что у ребенка может быть близорукость в той или иной степени. Вам необходимо обратиться к детскому офтальмологу, который занимается и наблюдает, и занимается вопросами близорукости у детей. Пожалуйста, что касательно нашей клиники, у нас существует детская поликлиника по адресу Стражевская 6А, где детский офтальмолог с удовольствием ответит на ваші всі питання, можливо, деякі підозрення ваші розвіють. Це є комунальними медичними закладами, тому ми маємо право говорити адреси. Всім, кому є потреба, будь ласка. Так, у нас є додзвонювач у прямому ефірі, говоріть. Добрий день. Скажіть, будь ласка, а є якась залежність від того, у захворювання, наприклад, глаукома, це чоловік чи жінка, наприклад, чи європейська там, ну, раса, чи негроїдна, чи ще щось. Це, Анатолій, будь ласка. Дякую, зрозуміло, дякую. Особой закономерности нет, болеют и мужчины, и женщины. Так я скажу, поэтому успокаиваться в этом смысле ни прекрасному полу, ни сильному полу вот, не следует. Все страдают. Расы там не выбирает. Залежит от национальности, от расы? Особо нет. Единственное, что касательно возрастной макулодистрофии, это все-таки, я вернусь к этому вопросу, более подвержена наша европейная раса. И это правда. Давайте ще будуть дзвіночки, хочеться вас чути. Так, якова макулодистрофія? Теж, я так розумію, що може застосовуватися хірургічне втручання, ну, якщо вже є потреба. Хірургічне втручання – це не лазерна корекція? Чи як? Чого використовується? Ну, найбільш сучасний спосіб лікування возрастної макулодистрофії – це введение современных, специально разработанных для лечения этой проблемы препаратов. Препараты вводятся интравитреально, то есть в витриальную полость глаза. В резерве у нас есть и лазерная хирургия, лазерное лечение, которое было основным до появления вот этого вот современного метода лечения интравитреальной фармакотерапии. Однако в ряде случаев фармакотерапия неэффективна, хотя эффективность в общем-то высокая, до 80%. В тех случаях, когда она неэффективна, мы используем и лазерные методы лечения, которые дополняют друг друга и позволяют усилить эффект там, где недостаточно от фармакотерапии. Так, я додзвонюсь после того, еще прямо дзвінок. Говорите вы в прямом эфире. Добрий день. Добрий день. Ви в прямому ефірі, говоріть. Я болію глаукомою. І от мені врач призначив каплі детоптик. Я вже рік ними капаю. От скільки я можу ними капати? Давлення у мене 23-24. Вы должны капать ровно столько, сколько вам назначил ваш доктор. Для этого вы должны регулярно измерять внутриглазное давление и показываться офтальмологу, потому что надо постоянно, так как это заболевание хроническое, к сожалению, на всю жизнь, наша задача контролировать ваше заболевание, уровень внутриглазного давления и подпитывать глаз, не давать погибать зрительному нерву. Это основная задача. Поэтому закапывание противоглаукомных капель – это только часть комплексных мер. Другие комплексные меры – это те процедуры разнообразные, в том числе противодистрофические уколы, питательные уколы, так скажем, простыми словами, для зрительного нерва, который позволяет не так сильно дегенерировать зрительного нерва. Может быть таке, что на долго тривали, на кілька років навіть призначатися? Конечно, є? Они капли, это пожизненная терапия. Ну, пожизненная терапия. Коррективы вносятся в случае того, если эти капли становятся неэффективными. Они бывают, длительное время помогают, а с какого-то момента перестают помогать. Ну,
тогда принимается решение о назначении либо других капель, либо последовательное движение по пути. Капли, лазерное лечение, хирургия. Слухаем, у нас и дозвонящий в прямом эфире. Добрий день. Скажіть, будь ласка, якщо врожденний астигматизм, як його лікують? Или окуляри тільки, или щось інше є? Зрозуміло. Дякую. Да, вопросы астигматизма. Все, дзвінки не приймаємо на цей блок. Дякуємо всім, хто телефонував. Вопросы астигматизма лежат в плоскости коррекции аномалии рефракции, там, где и близорукость, там, где и дальнозоркость. Такими вопросами, как правило, надо заниматься с раннего возраста. Чем раньше, тем лучше, для того, чтобы сформировалось хорошее зрение. Есть разнообразные способы коррекции астигматизма и нехирургического характера, и хирургического. Это подбор и линз, и очков специальных, и лазерные способы коррекции. Все в зависимости от каждой конкретной ситуации. Мы там не дали відповідь тільки до дзвонівості. Вона запитувала, що по жіночій лінії короткозорість, а у чоловіків 100% зір. Таке ж може бути, да? Конечно, конечно, конечно. Хороше просто було запитання, щоб не забути. Короткозорість, до речі, вона така цікава штука. У багатьох вона розвивається ще за молодою, маю на увазі, у підлітковому віці, а може ж розвиватися, скажімо так, більш дорослому, там 20 років, 25. А от далекозорість, тут свої особливості. Це далекозорість переважна більшість у людей похилого віку, так? Ну, це, да, і річ йде про возрастну дальнозоркість, яка виникає після 40 років. Ім'я вона, це состояние... коли, це коли наводять, вибачте, різкість, да, отак? Це коли називається болезнью витягнутих рук. Да, бачите, так вони намагаються відкоригувати. Щоб краще бачити, треба далі відклонити. Це перші признаки того, що прийшло час підбирати очки для чтення. Це естественне заболевання. Це не заболевання, це фізіологічне естественне состояние, связане з возрастними зміннями в хрусталіки. Просто такі люди дуже часто бачать добре далеко, так? Але виходить, що вони не можуть тільки от літери якось. Вдаль зрення не нарушається при цьому. Тобто у людей, у яких 100% хороше зрення, до 40 років вони хорошо видят, как, ну, приблизительно за 40 лет. Как правило, они хорошо видят и вдаль, и вблизь. А в дальнейшем платой за хорошее зрение вдаль являются очки для близи. Так устроен наш орган зрения. У близоруких людей другая ситуация. Яка? Ну, они, как правило, здесь наоборот. Платой за хорошее зрение вблизь является плохое зрение вдаль. Поэтому им необходимо коррегировать либо с помощью очков, либо с помощью линз. Однако возрастные процессы одинаково у всех происходят. И у гиперметропов, у людей с гиперметрофическими изменениями, и у миопов. Скажите, те, кто там, до 50 лет мав короткозорість, может так статися, что после там далі будут развиваться далекозорість? Да, может такие моменты быть. Это, как говорится, плюс на минус. И у каждого это наслоение по-своему себя проявляет. То есть изменение качества зрения действительно возможно. Человек всю жизнь мог бы быть близоруким, с возрастом у него появляется изменение, которое... при которых возникает так называемая дальнозоркость возрастная, и тогда у человека меняется ощущение, меняется сила очков. Тогда порой возникает ситуация, когда необходимо либо очки перебирать, вплоть до решения вопроса о хирургическом лечении катаракты. Это как гипотоники, которые могут стать гипертониками. Да. Это подобная история, так? Да. Але, шановні друзі, хочу, щоб ви наостанок сказали, що глаукома, артеріальна гіпертензія – це взагалі досить різне захворювання, треба його контролювати, коригувати і так далі. Але коли ми говоримо про вимірювання очного тиску, це інший тиск. Це не тиск, вибачте, артеріальний, який вимірюється, це абсолютно інша процедура. Это меряется внутриглазное давление быстро, просто, и внутриглазное давление – одно из основных показателей жизнедеятельности глаза. Есть какие-то показатели четкие? Ну, там есть границы, да, 23, 24. Как в любых показателях здоровья, есть границы нормы от и до. И есть какая-то золотая середина. Ну, так скажем, до 22-23 можно не беспокоиться по этому поводу. Но, опять же, это все индивидуально. Внутриглазное давление связано все-таки с давлением общим. То есть, если у человека в момент гипертонического криза очень высокое давление, и в этот момент померить ему внутриглазное давление, оно может быть выше нормы. Но это совершенно не означает, что у человека есть глаукома, которая сопровождается высоким давлением. Здесь надо взвешивать все моменты. Так, рада була вас бачити. Ми переходимо до наступного блоку. У нас у студії був Святослав Сук, керівник науково-практичного центру лазерних методів лікування ока, центру мікрохірургії ока. Ми переходимо до наступного блоку, традиційно це третій блок, корисні поради. Сьогодні у нас у студії буде клінічний психолог. Ми поговоримо про досить важливу ситуацію. Взагалі ми поговоримо про те, як підвищити кожному з нас свою психологічну пружність. Що це таке? Будь ласка, залишайтеся з нами. Після реклами побачимось.